канал Филов ТВ. Забудь про тормоза. Уважаемые зрители, на связи, как всегда, Жека Филов. И в начале этого видео хочу предложить вам подписаться на мой второй канал, потому что именно на нем вы найдете лучшие видеообзоры, которые получили большое количество просмотров на моем основном канале. Смотреть их можно без рекламы, потому что на этом канале отключена монетизация. И самым главным моментом является то, что любой понравившийся видеоролик вы сможете с легкостью скачать именно на этом канале, потому что для каждого из них я подключил лицензию, которая называется Creative Commons, то есть повторное использование разрешено. Скачивайте, подставляйте ваши реферальные ссылки и, конечно же, увеличивайте ваши доходы. Ну а теперь я переношусь к главной теме этого видеоролика, так что устраивайтесь поудобнее, я начинаю. О, великий народ! Вы снова на канале Жеки Филова. Меня зовут лишь в тех случаях, когда понимают, что наконец наступило время разукрасить серую поглощающую рутину. Потому что сегодняшний обзор относится к теме копеечного заработка. Но только при помощи канала Филов ТВ. Его можно превратить в источник постоянного, пассивного высокого дохода, практически не прилагая особых усилий. Наша главная цель — не зарабатывать на вас, а дать возможность получать полноценный доход, используя нашу поддержку. Так как на нашем канале мы создаем бесплатный контент, находим различные, доступные и проверенные способы заработка, и, конечно, тестируем их на выплаты, вам лишь остается скачать видеоролик, заменить реферальные ссылки, и при помощи этого контента увеличивать свой доход, публикуя его на своем канале или в различных соцсетях. Неужели это трудно? И теперь мы находимся на моем сайте, который называется bitcoinet.org. Как мы все видим, биткоин достиг стоимости уже 10 115 долларов. Евгений, да все потому, что в Китае бушует коронавирус. Это существенно снижает стоимость китайских ценных бумаг на мировом рынке. Вот один из главных факторов, укрепивший стоимость биткоина. Но главный вирус на Земле – это американцы. Когда их затопят какахами? Или смоет в огромный тихоокеанский унитаз. Вот тогда цена биткоина будет точно миллион. Только миллион австралийских долларов. Потому что америкосов поглотит коричневая пучина. Я искренне желаю вам, чтобы на состояние вашего здоровья никогда не влияла стоимость ценных бумаг. Итак, мы находимся в разделе, где я собираю лучшие криптокраны, на которых не только можно зарабатывать, но и также успешно выводить заработанные средства. Потому что здесь появилось два новых ресурса от создателей крана, которые раздают криптовалюту Ripple. Теперь этих сайта не 4, а уже 6, и на них можно зарабатывать Tether и Stem. Сейчас я расскажу на примере одного из них, как зарегистрироваться, как зарабатывать деньги и куда же, конечно, выводить свой заработок. Итак, оставайтесь на связи, я продолжаю. Итак, кран, который раздает криптовалюту Stem, и также ресурс, который раздает Tether. Что такое Tether? Tether – это виртуальный доллар, и как вы видите, на данный момент цена одного виртуального доллара составляет 1 обычный доллар. Потому что если один виртуальный доллар будет стоить дороже, чем обычный доллар, то могут перевернуться все жизненные устои, которые сформировались за период существования американского доллара. Ну и для того, чтобы зарегистрироваться, то, конечно же, на этих обоих сайтах жмем по кнопке, на которой написано «Регистр», как на сайте, который раздает Tether, так и на сайте, который раздает Stem. То есть, неважно, где я сейчас буду регистрироваться, жмем непосредственно по кнопке регистрации. И в открывшейся форме для регистрации, конечно же, необходимо указать свою рабочую почту, придумать пароль, пароль подтвердить и нажать на кнопку регистрации. После чего необходимо выполнить вход в свой личный кабинет путем нажатия по кнопке, на которой написано «Логин». Итак, после входа я оказываюсь сразу на той странице, где можно приступить к заработку этой криптовалюты. Сейчас я нахожусь на сайте, который раздает Stem. Находим кнопку Roll, жмем по ней. Произошла генерация случайного числа, и я заработал 30 тысяч сатоши криптовалюты Stem. Теперь я перехожу на сайт, который раздает Tether. Точно так опускаюсь ниже и жму по кнопке Roll. Здесь также генерируется случайное число, и также я здесь получаю 30 тысяч, ну пусть, сатоши криптовалюты Tether. И для того, чтобы вывести заработанные средства, необходимо, конечно же, узнать минималку на вывод средств с данных ресурсов. Для этого находим кнопку, на которой написано «Windrow» в левой части, жмем по ней. Как мы видим, минималка
Для вывода Tether составляет всего лишь 1 виртуальный доллар. Сейчас мы посмотрим эту сумму на сайте, который раздает криптовалюту Stem. Также жмем в левой части по кнопке Windrow. И здесь мы видим, что минимальная сумма для вывода составляет 5 монет криптовалюты Stem. Да, конечно, в одиночестве эту сумму можно зарабатывать целую вечность. Поэтому я и создал свой второй канал, на котором вы сможете скачать этот видеообзор. И подставляя ваши реферальные ссылки, конечно же, увеличивать свой доход путем публикации этих видеороликов на своих каналах. А теперь поговорим про вывод средств. Раньше мы рекомендовали биржу Exmo, но там просто огромные минималки. Да и еще обязательная верификация личности. В жопу Exmo. Теперь со всех кранов. Выводить можно на биржу Livecoin. Именно здесь. Никаких минимальных сумм для ввода. Сайт на русском языке. Маленькие комиссии. Нет обязательной верификации. Нереальное количество коинов для торговли. В верхней панели инструментов. Примерно по центру. Находим раздел «Баланс». И нежно на него нажимаем. На следующей странице. Опускаемся немного ниже. Находим баланс криптовалюты. И в поле поиска пишем «Tether» на латинском или английском. После того, как интересующая вас криптовалюта обнаружена, напротив нее, жмите по кнопке «Пополнение». Откроется окно для получения адреса. Ознакомьтесь с представленной информацией. И, конечно, не забудьте везде поставить галочки. Теперь жмите по синей кнопке «Показать адрес». Его можно выделить и скопировать. Или просто нажать по клавише копирования. Все, адрес скопирован в буфер. Теперь возвращаемся на кран, с которого вы хотите вывести деньги. В своем личном кабинете, в левой части по центру, давите по кнопке «Вывести деньги». Откроется меню. Именно здесь указываем сумму вывода с учетом комиссии. Вставляем адрес. И заказываем вывод на свой счет. В общем, здесь нет ничего сложного. Все сложное мы сделали за вас. Найдите вашу реферальную ссылку, скачайте видеоролик, уделите работе хотя бы 2 часа, и результаты не заставят долго себя ждать. А на этом мы хотим с вами попрощаться. Все ссылки вы найдете в описании под этим роликом. Спасибо за посещение канала Philov TV. До новых видеообзоров!